Создатели популярного сериала «Игра престолов» объяснили, почему в кадре появился стакан кофейни Starbucks. Стакан кофейни Starbucks можно заметить в кадре в четвертом эпизоде восьмого сезона. Он стоял на столе рядом с героиней Дейнерис Таргариен, роль которой исполнила актриса Эмилия Кларк. Представители телеканала HBO иронично объяснили появление стакана в кадре. Латте появился в кадре по ошибке. На самом деле Дейнерис заказывала травяной чай, приводит издание New York Post слова представителя телеканала. До этого киноляп прокомментировала продюсер картины Берни Колфит. Она также высказалась иронично на этот счет. По ее словам, Вестерос был первым местом, где появились кофейни Starbucks. Продюсер «Игры престолов» в то же время отметила, что такие недочеты являются редкостью для столь титулованного сериала. Она подчеркнула, что декораторы и реквизиторы работают на 1000%. Стакан от Starbucks, как уверяют в компании, принадлежал кому-то из членов съемочной группы.